Как может мужик говорить женским голосом, я не понимаю, для меня это странно. Но это все полностью адресовано Киду. Всем привет, ребят, с вами Алексей24. Мы в предыдущей серии, ребята, проходили небольшие задания, ловили песенки Шанти, но половину из них я сделал не на запись. Мы не все сундуки на этой карте, ребята, вскрыли, но мы, по крайней мере, большинство точек обзора открыли. Дальше я как бы не собираюсь дальше заниматься открытием вот этой карты. Если пропустил, сразу покажу. Тут есть много чего. Так, переместиться, что-то еще. Сундуки, но, в принципе, пишут, что мало. Добыча, рукописи какие-то, но сокровища я так и не видел. Вот эту песенку я так поймать и не могу, у меня не получается. Так, что показать? Но здесь у нас странствующий торговец, сюжетка. Я предлагаю все-таки начать, точнее нет, продолжить. Блин, я же хотел прыжок веры, нет. Это было глупо. Короче, я не виноват, что я упал. Они, все сами тут виноваты. Я не был в таверне. Доступно изготовление. У вас есть карта сокровищ с привязкой к этому месту? А почему я только сейчас об этом узнаю? 623-172. Давайте попробуем найти. Попробую. Я только не знаю, далеко ли бежать. Но может быть и... Да блин, ты куда полез? Так, нет, какие-то... А, вон какие-то деревянные руины. Да, пошли на деревянные руины. Все, вижу. Шлеп, 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 шлеп по воде. Так, вот она, не деревянная руина. Так, давайте искать сокровища. Где-то здесь. О, копать. Отлично. Чертеж, штурвал из черного дерева теперь доступен в каюте капитана. Больно надо. Так, ну я понял. Наше прохождение, ребята, началось с того, что как бы упал я с колокольни. Шмякнулся до синхронизации. Я не знал, что у меня к этому месту привязана реально карта. Так, я не знаю, что меня ждет в дальнейшем прохождении, поэтому я взял пистолеты на всякий случай. Так, и все, погнали, погнали. Сейчас будем проходить. Анимус. Тут что, с крыши падать надо, чтобы анимус получить? Так. Все, нормально. Ну просто очень легко было взять анимус, и я думаю, не взять его, это будет уже преступление. Блин, сколько англичан-то здесь. Ну все, ребята, предлагаю проходить игру дальше, по сюжету. Странствующий торговец. Поступим так. Торрес встретится с принцем, принесет часть награды, скажет остальное позже. Увидим мудреца. Вы приносите деньги и быстро уходите оттуда. Я буду за вами наблюдать. Нет, Кенуэй, поступишь так, потеряешь доверие команды. Сделка с рабовладельцем, мне от этого тошно. Да брось ты. Получим мудреца, разбогатеем. Если только нас не опередит мастер Кид. Кид? Вот черт. Да он убьет его. Эдвард, какого черта ты тут забыл? Они приведут к мудре... Проследите за принцем и Торресом.
Так, я сразу на всякий случай. И принц ведет нас прямо к нему. Черт с тобой. Я придержу свой клинок, но ненадолго. Вот это вот Тареса же. Опа. Блин, придется по крыше лезть. Хорошо, я здесь посижу. Да ёлки! Сколько прошло с нашей последней встречи, сеньор принц? Год? Почти полтора. Впервые вы описали мне Робертса в ноябре 1715 года. Так, все, тихонечко, тихонечко идем за ними. Так, все. В орлиное зрение нового чувака. А, капец, с... они меня не увидели. С тех пор много воды утекло. Я покинул пост, и никто не зовет меня губернатором. Угу. А, я не знал об этом. Так, да, Кенуэй? Суешь нос в дела, не разобравшись. Я уже нервничаю, Кит. Держи клинок в ножнах. В Кингстоне много церквей. Англичане наконец решили обращать своих рабов к христианству. Тихо, Джинла. Близко. Спокойно. Обращать? Боже упаси, Торрес! Таких глупцов здесь нет! Глупцов? Почему? Брать в рабство брата по вере – грех, так ведь? А стало быть, возвысить душу животного до души человеческой – все равно, что пригласить скотину за свой стол. Так, в смысле, почему я залезть не могу? Почти пришли. Вот так вот. Так, а что теперь, мне туда, что ли, лезть? Так. Я не так хотел, конечно, пролезть, ну ладно. Прими наказание, как человек! Зачем? Меня отказывали в праве быть человеком уже 30 лет! Ваш подход мне неприятен, принц. Все, кто думает и чувствует, заслуживают уважения. Эх вы, испанцы! Соседство с маврами разжижило вам кровь и смягчило сердца! Не подумайте только, будто я верю в природное равенство всех людей. Править должно тем, кому Бог дал талант. Но они как бы сваливают. Так, ладно, я на вот этот дом. Конечно, оно приносит доход в 10 сейчас. Но позже не станем за это. Так, 14, 13 секунд. Уже не молоды, и вряд ли доживем. Ладно, по крышам, я понял, что по крышам надо. Так. Опа, тихо, тихо. Разбежался, так как. Так, ну тут просто судьба мне говорит о том, чтобы я уже... Осторожней ты! Вот так прыгал. Опа! Оп! Поверху пойдем. Ёлки. Назад. Назад. Ради спасения души. Душа! Так, нормально. Все, они меня не видят. Давайте завершим сделку. Все. Орлиное зрение повторно включил. Так, они опять заходят, получается, в свой этот. Да блин. Блин. Я многое слышал о вас, сеньор. Вы ведь были губернатором Флориды. Си, си. Почти вся наша семья на службе короля и государства. Потомственные политики. Угу, наверх. Я тоже. Не, я очень рискованно сейчас, конечно, сделал. Но у меня слишком много денег. Ты молод. Так, отлично. Для этого.
А так. Я слышал, принц, будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. В 71-м, кажется. Да, было дело. Но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении. Стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат. Ну и куда же они хотят двинуться? Я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал торговцем. Вот он путь к богатству. Я предпочитаю покупать славу, сеньор, а не добывать ее с Так, нормально. Но устраняем. Я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал торговцем. Вот он, путь к богатству. Я предпочитаю покупать славу, сеньор, а не добывать ее с помощью оружия. Я уже устаю. Должно быть, мы близко. Да, совсем. Мы должны быть на равных условиях. Я доверяю тамплиерам не больше, чем вы мне. Знал бы, что вы такая кокетка, принес бы вам букет цветов. А, и почему я соглашаюсь? Ради денег, пожалуй. Больших денег. Вы... сказали, что пришли один, Торрес. Не один, но точно без товарищей. Я взял билет на английский торговый бриг. А. Ну, пора. Нет. Дождемся мудреца. Здесь тихое место. Покажите деньги. Это лишь часть выкупа. Остальное рядом. Как-то неприятно продавать человека своей же расы, господин Торрес. Скажите, чем этот Робертс вам так насолил? Это что, проявление протестантского благочестия? Может, в другой раз. Что? В другой раз. Обойдитесь без слежки. Разберитесь. Короче, нас спалили, я понял. Ты не дал мне убить, Кенуэй. Ради высшей цели. Так, вот этого сразу надо валить. Вот. Опа, опа. Какой он мощный. Ты посмотри на него. Так, а контратака? Так. Отлично. Кип, нет! Джим, стой! А, схватите Джеймса Кида. Я не понимаю, вот этот наш друган, ну, да, мы можем вроде вместе. По игре он мужик, да, а звучит его баба. Ага, это в нас, короче, приколюшка была сброшена. Не надо, Кит! Короче, я за Кидом бегу. Постой! Как может мужик говорить женским голосом, я не понимаю, для меня это странно. Но это все полностью адресовано Киду. Так, что-то я далеко ускакал. Есть убийца! На помощь! Стража! Стража, сюда! Я за принца. Да блин, беги, чё встал-то, алло! Кит, нет! Джим, стой! Ну нет, Кенуэй. На, я на всякий случай, кстати,
Мы можем действовать вместе! Так, он специально, да? У тебя был шанс. Так, я его почти догоняю. Не надо, Кит! Ну, постой! Да блин, как ты так падаешь-то, ёлки-палки, по-дебильному причем. Джим, стой! Есть убийца! За помощь! Вот и все. Черт тебя подери, руки прочь от меня! Я не позволю тебе убить их, Кит! Мне нужен мудрец! Я неделю слежу за этой свиньей, и вдруг две цели вместо одной, а ты лишаешь меня обеих. Не суетись. Убить успеешь. Я найду мудреца. Ты поможешь мне взять принца. Понял? Задание выполнено. Странствующий торговец. Дополнительные задачи. Убейте... канониров. Убивайте стражу, оглушив дымовыми бомбами. Я вообще в это даже не вникал. А, так, ну, я как вижу, задание слишком быстро у нас закончилось. Прям вообще слишком-преслишком быстро. А, теперь я предлагаю пройти следующую сюжетку. Пускай их будет две. Блин, и далеко ли бежать? Я не... А, мужская дружба, да? Понятно. Ну как хорошо, что мы синхронизацию просто здесь взяли. Так, я на месте. Я не понял, мне что, наверх лезть надо? Ну, отлично. Ну давай, лезь, Эдвард, что ты тупишь? Топорное очень управление. Я ему нажимаю и посылаю его что-либо сделать, он не делает. Так, а кстати, мы уже здесь были. Мы здесь были, реально. Нифига себе, как ты далеко забрел. Пятая мужская дружба. Почему мы не встретились в таверне? Я тут потому, что тут моя цель. Надраться в планы не входит. Мы можем провернуть дело вместе. Тебе нужен Лауренс Принц, а мне его пленник. Нам тоже нужен мудрец, Эдвард. Не стой у нас на пути. Победит сильнейший. Плантацию постоянно обходят патрули. Чтобы поднять тревогу, бьют в колокол. Видишь? Нужно сначала вывести его из строя. Стражи слишком много, так что полагаться на скрытность нельзя. Сделаем вот как. Я отвлеку их внимание. Тогда ты сможешь их убрать. Готов? Тебя зовут не Джеймс, да? Когда как. Идем. Я же говорил, он тёлка. Я прям знал это. Но голос-то бабский. Так, ну что, ребята, приступаем к заданию. Я так и знал, что он это тёлка. Не, серьезно. Увидишь принца раньше, убей его. Получишь награду золотом. Ты же говорил, тёлка. Чёрт, друг. Ты женщина, но почему? Право, да Эдвард. Потому что он баба, какие вот могут почему. Быть объяснения? Я здесь по контракту, удивляться будешь потом. Опа. Иди сюда. Вот так вот. По одному. Хоть и этот чел говорит то, что на скрытность нельзя надеяться, да, но я попробую. Самое главное, надо колокола, ребята. Колокола.
Так, давайте еще раз по заданиям посмотрим. На громилах. Яд берсерка получается. На громилах надо. Ага. Есть. В смысле, громила это вот этот, что ли? Вот так вот. Давай. Есть. Убегаем. Убегаем. Убегаем, 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 убегаем. Нас тут нету. Да блин, они реально за мной следят. Да пошли вы. Ты не слышал, что стряслось? По пути сюда на него напали разбойники. Буконьеры вроде. Скверное дело. Вот шаг. Он подбит. Удалось учесть ноги. Все, я инкогнито. Блин, ну меня спалили, причем очень быстро, потому что глаз-то у них много. Да блин. Да ты хватит бомбочки кидать, дебил! Убегаем! Убегаем! Убегаем, Эдвард! Эдвард, убегаем! Быстро, 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 быстро! Валим! Мне пофиг, я беру оружие, они иначе меня сейчас убьют. Пускай громила бежит за мной. Вот и все. Блин, маленько как-то по-тупорылому... Маленько как-то по-тупому получилось, да, их вырубить. Так, а что по поводу яда? Что по поводу яда? На громилах? А кто такие громилы? Я же вроде... Ниров дротиками, громил там какой-то другой дичью. Да блин, чё они какие глазастые-то, ё-моё. Так. Так, давай, чтобы его не обнаружили. Все, 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 все. Иди сюда. Иди, 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 иди сюда. Айда, айда. Ты где там? Вот и все. Так, а канониры это кто? Это вот на вышке, да, походу, которые находятся? Так, ну давай попробуем. Чтоб только выполнить задание. Не-не-не, погодите. Вот он, снотворник. Вот и все. Вот же. Где? Опа.
Спит. Так, теперь проверяем. А канониры-то те, которые... Да, еще одного усыпить надо будет. Так, ладно. Мы здесь. А теперь стрелок нам не помеха. Я вижу еще один колокол. И отсюда нападем. Кстати, кто такие громилы, я так и не понял. Но мне кажется, громилы вот эти с топорами, которые вечно за мной носятся. Блин, но мне от него избавиться надо. Ладно, ждем, пока он вернется. Ребята, не надо торопить события. Я думал, у меня сейчас спалит, серьезно. Я реально так думал. Так, давайте его куда-нибудь подальше утащим, а? Например, в лес, в полосу. В кустики, так скажем. Так. Как мне часовых убрать? Угу. Блин, очень опасно. Он меня видит. Не, ну почему? Вот этих тоже можно всех зафиксировать. Всех. Блин, мне бы к колоколу как-то проникнуть. Не, ребят, походу не здесь. Надо быстро до тех кустов убежать. Вот до вот этих. Так, их двое. Здесь где-то есть стрелок. Блин, это очень все рискованно, ребят. Вообще все рискованно. Блин. Все, убегаем. Так, а теперь их надо завалить. Так, есть. Я понимаю. Блин, офицер. Отлично. Хорошая идея вообще. Что-то я их дофига уже нарезал, мне кажется. Контратака. Отлично. Так, а теперь валим. Ребят, валим. Потом зайдем заново. Да, маленько не по стелсу, ребят. Так, где у меня снотворка-то? Так, а как на эту вышку залезть? А, по лесенке, понял. Так, есть. На вышку. Сразу на вышку. А, громилы нужны. Ребят, нужны громилы. Так, громилы ядом берсерка.
Так, нормально. Мягкая посадка. Так, я не понял, я вообще откуда убегал? А, вот. По-моему, отсюда. Нет? Так, стоп. Там же легче должно быть. Я же там перемутузил почти всех. Да, в этой локации никого нет. Ага, ага, ага. Но он и сам сейчас подохнет, походу. Пода берсерка. Я теперь понимаю, почему нагромил, надо его использовать. Так, вот и все. А яд берсерка хорошая вещь. Так, второй колокол, короче, испорчен. Да, конечно, не шито-крыто, не супер, но... Но очень интересно. Это на всякий случай, чтобы не мешал. А, так, ладно, идем к следующему колоколу. Я не знаю, зачем я завалил того часового. Что было, наверное, да? Так, он смотрит... Да, ёлки! На эти кусты. Так, молодец. Шел. Так, ограбим. Так, уносим, уносим. А то они опять тревогу подымут. Так, давай его сюда куда-нибудь. В кусты. Так, иду через поля. По полям, по полям. Ага, вон часовой. Так, отлично. Блин! Так, ладно, убрали. У нас остался... Так, берсерка далеко. В принципе, я, возможно, успею колокол так-то испортить. А, вот, за ним второй идет. Ай, что? Ну, идем, идем, выходи сюда. Так, ограбим. А яд-берсерка хорошая штука, я бы сказал. Вообще отличная. Все, третий колокол поврежден. А, встретитесь с Джеймсом Кидом. Блин, а кой Кида?
Так, а мы что, в этих кустах? Да у нас встреча. Иди сюда. Я специально слегка появился, чтобы он ко мне пошел. Так, отлично. Так, еще минус один. Эй, не двигайся! Прошу, в меня стреляли. Помогите мне. Черт, Томпсон, здесь рано. Глубокое. Мне дурно. Ладно. Дурно. Руку, барышня. Храни вас Бог. Вот и все. Вот так вот барышень пускать на территорию частного владения. Найдите Лоуренса Принца. Да блин, дайте мне боеприпасы-то взять. Мистер Принц велел смотреть. Не берет. Какие-то головорезы тут ошиваются. Я всем скажу. А здесь есть дополнительная миссия какая-нибудь? Ой. Так, ну все, понеслась, короче. Моча по трубам, как говорится. Так, ты чё просто так стоишь? Иди сюда. Вот и все. Раскидали всю охрану. Не, ну все, в принципе, стелс-то нам не нужен. А, кстати, ребят, здесь... Опа. Не, я сюда не хотел. Нет, нет. Можно вылезти, пожалуйста? Во. Во-во-во, давайте синхронизируемся. Раз уж мы сюда пришли, надо синхронизироваться. Прям. Наши цели. Так, а я не понял. А тут колокол, что ли, есть? Так. Стрелок. Так, орлиное зрение. Я думаю, надо убрать еще одного часового. Опа! Ёлки! На. Я тебе сейчас постреляю, стрелок мне тут нашелся. Вот так вот. Зараза. Так, отлично. Так, я инкогнито, нет? Все, больше вы не зазвоните в этот колокол свой сраный. Так, найдите Лоуренса Принца. Я не понял. А это не тот, кто мне нужен? Отлично. Зачем кружишь надо мной, как ворон? Полюбоваться страданием? Вы ведь и сами несли страдания, господин принц. Это кара, я полагаю. Глупые головорезы и ваша философия. Вы живете в мире, который не изменить. У меня другие мотивы, старик.
Мне нужно лишь золото. Я был таким когда-то. Я здесь, Кенуэй. Я его нашла. Я тебя помню. Тамплиер из Гаваны. Я не тамплиер. Это была уловка. Мы пришли спасти тебя от работорговца. Спасти? Я служу господину принцу. Так знай, что он плохой хозяин. Он хотел продать тебя тамплиерам. Видно, никому нельзя верить. Робертс! Надо валить, короче, я так думаю. Покиньте область и спрячьтесь. Так. Короче, иногда, знаете, смотаться вовремя тоже подвиг. Так. Ну, блин, ты чё не прыгаешь? Алло! Вот так вот. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Прыгаем, валим. Вот и все. А можно и не вылазить, кстати. О, а можно корову завалить? В смысле? Че, прыгать умеешь? Все, бежим. Эй, я в кустах, я в домике. Так, то, что он хотел там позвонить. Так, это, знаете, они мне мешаются. Так, бежим. Так, бежим. Бежим. Они просто попались на пути. Вот и все. Инкогнито! Я хочу стать инкогнито. Блин, куда бы свалить-то, елки? Так, валим. Блин, они долго будут бегать за мной, а вот эти уроды. Я как бы инкогнито так. Блин, они за мной ползут. Вот и все. Блин, наконец-то, а. Я думал, я никогда от них не свалю. Но с Джеймсом надо встретиться. Так, все, давайте, короче, бежим. Куда нам надо по миссии? Да, конечно, в эти... В побегушки. Конечно, блин, я вообще в шоке. Ладно, все, мы пришли. Снова упустил его, так? Да. Этот Робертс хитер как дьявол, будь я проклят. Похоже, я упустил сегодня двоих. Что ж. И как тебя зовут, подруга? Мэри Рид для мамы и для моих друзей. Но смотри, никому ни слова. Не то сам станешь женщиной. Жесткая угроза, кстати.
Задание выполнено. Мужская дружба. Мужская дружба. Дополнительные задачи выполнена только одна, поэтому только 90%.